Семена скорционеры высевают как однолетние или двухлетние растения. В первом варианте получают корнеплоды, во втором – семена. Посев семян осуществляется в середине мая. Первые всходы появятся через 4-10 дней. Место для рассады скорционеры выбирают с нейтральной почвой. Через 100-110 дней корнеплоды готовы к сбору. Масса до 150 граммов, корнеплоды богаты различными питательными веществами. Имеют сладкий вкус. Используют корнеплоды в свежем виде для приготовления блюд, салатов, супов, гарниров, засушенным, для изготовления суррогата кофе. Длительное хранение возможно в ящике с песком. Скорционеры – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.